В Барнауле очередная коммунальная авария. На этот раз теплосети порвались в поселке Южный. Как сообщает пресс-служба мэрии, порыв произошел возле дома по улице Чайковского, 37. В районе 17 часов коммунальщики проводили земляные работы в поисках места порыва. Без отопления и горячей воды остались 8 многоквартирных жилых домов, детский сад и политехнический колледж. Несколько десятков жилых домов, как утверждают в мэрии, удалось подключить к другим источникам тепла. Но это не единственная коммунальная авария, которая случилась сегодня в краевой столице. В Барнауле устраняют повреждения тепловой сети на улице Маяковского. Здесь также работает ремонтная бригада БТСК. Завершить работы обещают к 8 вечера. Без тепла остаются 2 многоквартирных дома, школа, 2 административных здания и окружающие частные дома. Напомним, это уже 3-я коммунальная авария за последнюю неделю. В минувшие выходные без тепла и горячей воды оставались жители более 60 многоквартирных и 200 частных домов в микрорайоне ВРЗ.